Добрый день. Спасибо всем, кто подключился. С вами сегодня Дмитрий Данилов, руководитель направления проектных продаж компании «Фактор Групп». Мы являемся официальным дистрибьютором компании «КЕП» в регионе, а также центром компетенции и технической поддержки на русском языке. В качестве небольшого отступления напомню, что в 2020 году завершилось слияние компании «КЕП» и «Фломон». Теперь это все компания «Фломон». Напомню, что мы проводим силовый тренинг в сокращенном по времени формате, в котором на презентационную часть должно уйти всего 15-20 минут. Выдача информации у нас будет идти в определенном темпе, поэтому прошу на это небольшое время не отвлекаться, не переключаться на другие задачи, и чтобы нам ничего не мешало, просьба отключить звук на ваших смартфонах, а мы отключим микрофоны в конференции. После презентационной части у вас будет возможность задать свои вопросы, пожалуйста, записывайте их или фиксируйте в чате. В современных компаниях принято строить безопасность, начиная с защиты конечных точек, серверов и далее выстраивать защиту периметра. Многие компании на этом и останавливаются, считая достаточным условием безопасности. Но те клиенты, которые предпочитают двигаться дальше и не останавливаться на необходимом минимуме, на следующем этапе хотят мониторить сетевой трафик уже внутри своей компании. Это позволяет вывести безопасность на новый уровень. Такой контроль актуален особенно сейчас, в период пандемии, когда сотрудники сидят по домам, а периметр в компании становится размытым. Мир меняется, и старые методы уже больше не работают. Решение Фломон построено на простом принципе контроля сетевых потоков информации. Говорим о собираемой статистике, которая обычно составляет 1/500 часть от всего потока. Для большинства задач нам не нужен сам поток. Нужны лишь заголовки пакетов, и они дают массу полезной информации, рассказывающей о том, как, по каким маршрутам эти потоки ходят, каков их объем, откуда и куда они движутся. Такие структурированные данные и называются flow. Генерация flow, то есть данных о потоках, обычно производится самими сетевыми устройствами. Для этого устройства должны поддерживать минимум один из специальных сетевых протоколов, в которых предусмотрено формирование набора данных, например, пример которых приведен на экране. Мы говорим про протокол NetFlow версии 5.9, разработанный компанией Cisco Systems и ставший стандартным сетевым протоколом для большинства производителей сетевого оборудования. Есть и другие протоколы, например, S-Flow или J-Flow, а также открытый протокол IPFIX, уже принятый в качестве стандарта рядом производителей, среди которых есть известные бренды, такие как Sophos, Checkpoint, Fortinet, Palo Alto, Juniper и многие другие. Команда Flowmon разрабатывает программные и программно-аппаратные продукты для сетевой аналитики и информационной безопасности, в частности, для выявления киберугроз, проблем с трафиком для контроля сетевой инфраструктуры. Это настоящий пионер в сетевой аналитике, который работает сразу в двух сегментах рынка, определенных компаний Gartner, как Network Performance Monitoring and Diagnostics, с объемом рынка примерно в 2,5 миллиарда долларов. И второй сегмент – это Network Detection and Response, с объемом рынка еще примерно на 1,5 миллиарда долларов. Мы говорим сразу о двух секторах рынка, потому что мониторинг сети за последние годы прошел очередную стадию эволюции от точечного мониторинга к общей картине сетевой производительности. Конечно, можно продолжать пользоваться решениями, которые снимают точечную информацию, а общую картину воспроизводить с помощью других решений или их комбинаций. Но это невыгодно экономически, а в части использования просто неудобно, когда у вас много разных интерфейсов. Flowmon предлагает нам комплексное, цельное решение. В нем используются различные технологии мониторинга. Это протокол SNMP, то есть Simple Network Management Protocol, причем только на базовом уровне, то есть используют только малую его часть. Второе – это мониторинг потоков с помощью уже упомянутых протоколов NetFlow и IPFIX с максимальным уровнем доступа к деталям и также пакетный анализ потоков, тоже детальный, но крайне время затратный. Таким образом, решение KEMP LoadMaster и Flowmon в
два решения совместно закрывают задачи сразу для трех разных департаментов в крупных компаниях. Это департамент по безопасности, департамент, ответственный за работу сети, а также департамент, ответственный за разработку и стабильную работу приложений. Те задачи, которые они закрывают, выделены на экране желтым и голубым цветом. Балансировщик Кемп закрывает задачу уверенной доставки приложений для пользователя. Этот желтенький квадратик. На том же уровне команда Flowmon предлагает решение для Application Performance Management на сетевом уровне, а также решение для синтетического мониторинга, который позволяет отслеживать производительность и доступность приложений с точки зрения клиента, то есть при эмуляции действий клиента на уровне скриптов, имитирующих действия пользователей. На сетевом уровне решение Flowmon предлагает мониторинг потоков и данных, а также пакетный анализ. На уровне информационной безопасности предлагается решение класса Network Detection and Response. По сути, решение Кемп закрывает почти половину важнейших задач для трех департаментов. И сам список задач в идеальном мире должен, по идее, решаться у каждого заказчика. В итоге решение Flowmon помогает повысить стабильность сети, минимизируя время простоя и недоступность компонентов, повысить производительность сети, повысить уровень защищенности сети и ресурсов предприятия благодаря использованию несигнатурных технологий, выявления аномалий и вредоносной активности, включая атаки нулевого дня, а также помогает улучшить работу администраторов за счет использования современных инструментов сетевого мониторинга, предоставления детальной аналитики, реагирования на инциденты до того, как они произойдут, сокращение времени и ресурсов, необходимых для администрирования сети, а также для упрощения задачи поиска неисправности. Архитектура решения Flowmon является модульной. Данные от самых разных источников информации, таких как коммутаторы, маршрутизаторы, фаерволы, балансировщики и так далее, включая собственные зонды Flowmon Probe, стекаются в ядро решения, которое называется Flowmon Collector. Собственные зонды Flowmon Probe нужны для большей видимости трафика сети, поскольку смотрят не только в заголовки пакетов, но и в содержимое. Кроме того, зонды позволяют снимать информацию с устаревшего сетевого оборудования, которое не поддерживает протоколы для генерации отчетов по потокам. И зонды, и ядро системы доступны в аппаратном и виртуальном исполнении. Далее собранная информация может быть использована и визуализирована в разных модулях, по сути, в отдельных программах, которые работают в самом коллекторе. Модули активизируются при покупке. Все, кроме модуля Network Visibility Troubleshooting, который доступен в системе всегда и по умолчанию. Остальные же модули идут по лицензии. Что это за модули? Модуль Anomaly Detection Security позволяет выявить аномальную сетевую активность, включая атаки нулевого дня, благодаря использованию эвристического анализа трафика и типовых сетевых профилей. Модуль Application Performance Monitoring позволяет контролировать производительность сетевых приложений без установки агентов и влияния на целевые системы. Модуль Traffic Recorder позволяет записывать фрагменты сетевого трафика по набору предопределенных правил для анализа сбоев и расследования инцидентов информационной безопасности. Ну и последний модуль DDoS Protection, который помогает в защите периметра сети от атак на отказ в обслуживании, в том числе от атак на третьем, четвертом и седьмом уровнях сети. Решения Flowmon востребованы в таких секторах бизнеса, как финансовый, госсектор, дата-центры, производство, телекоммуникационных компаниях, здравоохранении и так далее. По исследованию компании Gartner, примерно 80% времени в таких компаниях уходит на поиск сетевых проблем и лишь 20% на их решение. Поэтому функциональными пользователями и заказчиками решений Flowmon являются сетевые администраторы, сетевые инженеры, эксперты по сетевой безопасности. И по форенсике. Специалисты по CM-системам администратора бизнес-приложений.
Всем им нужно разное, но в целом они хотят большей прозрачности того, что происходит в их сети и при работе разных приложений. На уровне руководителей решение FlowMon позволяет закрыть обычное противостояние между отделами IT и EB, или, как еще говорят, в направлениях NetOps и SecOps. Подразумевается устранение разобщенности между отделами, что позволяет улучшить взаимодействие между ними, сократить среднее время решения проблем и снизить расходы на инструменты с похожими функциями. Кроме того, для руководителей это еще и снижение рисков. Для FlowMon нет различий между видами бизнеса. Некоторым клиентам нужно следить за тем, чтобы их производственные линии никогда не останавливались. Другие беспокоятся о том, чтобы их интернет-магазин был постоянно доступен. Третьи являются критически важными, например, при подаче воды и электричества. Для команды FlowMon сеть – это просто сеть, в которой используются одни и те же технологии, принципы и услуги. FlowMon обслуживает клиентов из всех сфер деятельности. FlowMon подходит для всех клиентов, у которых 300 и более компьютеров в сети. Примерно 75% продаж – это коммерческие, государственные и академические учреждения в секторах middle business и enterprise. Остальные 25% – это поставщики услуг в области telco, такие как Vodafone, Telefonica, Orange, T-Mobile, Giant и так далее. FlowMon сегодня – это компания с совершенной технологией, с которой никто не может конкурировать. Это довольные клиенты во всех вертикалях, масштабах и на всех континентах, включая 5 министерств обороны, 5 из 10 ведущих телекоммуникационных компаний в мире, крупнейшие финансовые учреждения и производители. Продукт производится более 20 лет и является самым высокопроизводительным в плане анализа трафика в мире. За счет собственных запатентованных разработок, аппаратных плат и захвата трафика это усиливается. Таким образом, это позволяет решить задачи по сетевому мониторингу даже в самых крупных коммерческих заказчиках. Компания на 100% ориентирована на партнерский канал, вкладывается в развитие и в поддержку партнеров. В России заказчики тоже есть, и они из разных вертикалей рынка. Это банки, ритейл, госучреждения. Одним из таких значимых клиентов является спецсвязь ФСО России. В банковской сфере это Райффайзенбанк и Банк Санкт-Петербург. Для вас, наших партнеров, рынок в России и на постсоветском пространстве – это отличные возможности поработать с крупными заказчиками и предложить им что-то новое, по понятным причинам необходимое. FlowMon признана одной из самых быстрорастущих технологических компаний в Европе и в то же время одной из самых стабильных. Само же решение стало победителем в различных исследованиях и награждено бесчисленное количество раз. В плане интеграции налажено технологическое сотрудничество с такими компаниями, как IBM, Checkpoint, F5, VMware, Radware и так далее. Это позволило обеспечить лучшую интеграцию, функциональную совместимость и автоматическую реакцию на выявленные инциденты. Ответная реакция на атаки может быть в разном виде – в виде уведомлений по почте, сигналы по сислогу или по SMTP-TRAP, в виде отключения маршрутизации по ряду протоколов или же по заранее подготовленному пользователям сценарию. Конкурентных преимуществ у решения FlowMon много, но основных можно выделить три. Первое – это то, что решение многофункциональное и может быть использовано в департаментах информационной безопасности, в сетевом департаменте и в департаменте разработки и поддержки приложений. Второе – то, что у решения самая высокая производительность в индустрии с поддержкой скоростей на портах до 100 гигабит в секунду. Третье – то, что у решения есть мультивендорность в источниках информации – поскольку нет привязки к одному вендору. Конечно же, это не все. Можно также указать на реальную интеграцию NetSecOps, на малое время развертывания, всего лишь около 30 минут, на интегрированное в продукт руководство и поддержку гибридных облаков. Но, пожалуй, главное преимущество
это то, что у решения лучшее соотношение цены к функционалу среди аналогичных решений на рынке. Вернемся к архитектуре решений и пройдемся по лицензированию. Программные продукты Flowmon идут как перпетуал лицензии, то есть приобретаются один раз и насовсем. Вместе с лицензией приобретается техническая поддержка, которую по окончании срока действия нужно продлевать. Источники информации не лицензируются, то, что мы видим наверху. Зонды проб лицензируются по количеству интерфейсов, их скорости, одинаково для оборудования и виртуальных машин. Коллектор лицензируется по трем параметрам. Первое – это объем внутреннего хранилища информации. Второе – это объем входящего flow per second. И третье – это нужные модули, нужно выбрать модули. Обычно спецификации формируются после пилота, поскольку нужен анализ трафика и понимание flow per second. Объем хранилища у коллектора фиксированный, информация в нем сохраняется по принципу очереди. Поэтому если клиенту нужно хранить данные за неделю или более, то лучше заранее посчитать, будет ли этого объема достаточно. Также важно понимать, что аналитика системы работает лучше, если статистика за достаточно большое количество времени, от месяца и более, чтобы Intelligence блок мог понять, какое поведение в сети является типичным, а какое является аномальным. Чем меньше срок хранения данных, тем больше система будет выдавать предупреждений. Прайс закрытый, цены в евро выдаются по запросу. Типовые проекты в основном двух типов. Это проекты у представителей среднего бизнеса, объемы проектов в диапазоне от 25 тысяч до 100 тысяч евро. И второе – это проекты в области enterprise. Там средний размер проекта в районе от 250 тысяч до миллиона евро. Скидка под проект формируется из нескольких составляющих. Это скидка согласно партнерскому статусу, скидка за регистрацию проекта, возможно, дополнительная скидка за вклад партнера в проект, например, если он сам провел пилот, и скидка за согласованный референс от заказчика. С ценами на Flowmon легко конкурировать. Пожалуйста, не забывайте регистрировать сделки. При регистрации вендор фиксирует канал поставки на уровне партнера и на уровне дистрибьютора. Это важно. Давайте подведем итоги. Flowmon – это решение премиального уровня. С Flowmon возможен сбор данных с любых источников сетевого оборудования. Это и Cisco, и Juniper, и HPA, и Huawei. И, собственно, есть в том числе собственные зонды Flowmon Probe. Решение гибкое и масштабируемое. Решение имеет высокий уровень прозрачности, поскольку не влияет на работу других узлов и компонентов. У Flowmon есть поддержка скоростей до 100 гигабит в секунду. В решении есть возможность обнаружения zero-day attack за счет технологий бессигнатурного анализа. У решения лучшее соотношение цены к функционалу среди аналогичных решений на рынке. Мы рекомендуем вам разместить информацию о решении Flowmon на вашем сайте. Для тех партнеров, кому решение стало интересным и хотелось бы обучить инженеров, то мы можем провести технический вебинар. Обращайтесь в Factor Group, если клиент захотел протестировать решение, мы поможем вам организовать этот процесс. В компании Factor Group есть свой собственный рейтинг продуктов Sales IQ Index, где оцениваются базовые характеристики, необходимые SLM для продажи решений. Вы можете видеть эти характеристики на экране. На этом все. Надеюсь, такой формат вам понравился. Пожалуйста, обратите внимание на то, что этот цикл тренингов проходит в таком формате еженедельно, по четвергам. График тренингов у нас доступен на сайте. Можно перейти по ссылке через баркод или зайти на сайт fgts.ru, далее в раздел «Партнерам» и далее «Онлайн-семинары». Там же рабочие ссылки для регистрации на вебинары. Спасибо за ваше время. Я готов ответить на ваши вопросы.